Має кабельного ловить тільки наш телеканал. Єдиний в країні канал, де ще не був квартал, бо він манав. Заборонений Женевською конвенцією наш телеканал. Гірший за наш канал є тільки ще Тернопіль, водоканал, наш телеканал. Дай вам Боже всім здоров'я. В ефірі Володька тебе. Володька тебе позорить все живе. Коротко про головне. Цієї ночі Петро заснув з електронною сигаретою і за ніч накрутило 3 кВт світла. Дід Микола в свої 90 рішив лоханути Приватбанк. Взяв кредит на 30 тисяч доларів, на 25 років за 3 дні все пробухав і вмер. І просто охренів, коли при вході в пекло побачив термінал Приватбанку. А тепер детальніше. В тернопільських маршрутках скоротили кількість пільгових місць. Але пенсіонерів це взагалі не злякало. Подробиці в сюжеті. Та ніхто ті пенсії не піднесе, бо то що депутати, то креси. Я перепрошую, синку, по посвідченню можна? Та можна, але є тільки одне вільне місце. То не проблема. Бабки, трансформуємося. По свідченню! А я нагадую, що спонсор нашого телеканалу – перший сільський центр агресивної депіляції «Паяльна лампа». Сільський центр агресивної депіляції «Паяльна лампа». Ваші ніжки завжди гладенькі з запахом бекону. Реве та стогне Дніпр широкий! Досить неординарна подія сталася в одному із сіл Західної України. І в нас на прямому зв'язку наш спецкореспондент. Марічко? Марічко? Фу, ти Олено? Так, Володька. Так, добрий вечір. Я знаходжуся в селі Бендерівці, що на Тернопільщині. Ви не повірите, але тут дотепер стоїть пам'ятник Леніну. Кожного дня біля нього збираються селяни, співають патріотичні пісні, читають вірші Шевченка. Пам'ятник вже сам декілька разів просив, щоб його знесли, але селяни продовжують знущатися. Дякую, Олено, дякую. Мені 13-й минало. А я нагадую, що спонсор нашого телеканалу – агентство нерухомості «Могилка». «Могилка, інвестуй в майбутнє». Тернополянин надіслав листа на програму «10 хвилин» з прем'єр-міністром. Відповідь не пішла в ефір, але нашому телеканалу вдалося її отримати. Увага на екран! Міша Щирба написав наступне запитання на Фейсбук. Шановний Арсеній Петрович, поясніть пенсіонерам, де ваша мінімальна пенсія 1074 гривні? І не п***йте перед виборами, а відповідайте за свої слова. І тому я хочу відповісти. Нам вдалося сп***ти близько 4 мільярдів доларів гроші уже на рахунках прем'єр-міністра України. Відповідаючи на запитання, де реформи, хочу представити тільки факт. До наступних зустрічей. А зараз програма, яка покращила життя мільйонів людей, які її не бачили. Ток-шоу нехай трендять. І постійний водій цього запорожця ненависті, заздрощів і пліток – Володька. Зовсім несподівано біда прийшла в її хату. Хоча навіть колектори не могли знайти до неї дороги. Зустрічайте, наша перша героїня – Тетяна. Тетяно, розкажіть, що сталося? Ви знаєте, нічого не відчувало біди. Ми жили з ним як нормальні люди. Але місяць тому
Чоловік перестав мене бити. Перестав бити? Перестав! Це жахіття. І як ви справляєтесь з цією трагедією? Як? Діло дійшло до того, що я часом закриваюся в ванні і сама себе легенько ляскаю. Хто міг довести жінку до такого? Зустрічайте, чоловік Тетяни Вітька. Шоу, ти нормально, чисто привалила, ти нормально. Заспокійтеся. Вітя, от ви зараз сидите, дивитесь на цю молоду, красиву жінку, і невже у вас не виникає жодного бажання її влупити? Ні, ну виникає, звісно. Але ми недавно з мужиками ходили на футбол, грала наша Нива проти Рівенського Вереса. І ми цілий другий тайм кидали в тих уродів каміннями. Я потягнув руку, все! Галіма відмазка міг би раз в тиждень з ноги влупити! Ліпи! Ліпи мене! Невже жахлива гра тернопільської Ниви зруйнувала ці чудові стосунки? Ми знайшли справжню причину. Зустрічайте сусідка Тетяни і Вітьки Олена. Ах, ти ж розлучниця, а? Я так і знала, що ти в ній знайшов? Я не розлучниця, бо ти сама винувата, Танька. Чоловік приходить п'яний, втомлений з роботи посеред ночі. Могла б йому якийсь скандал устроїти, щоб гатив тебе як слід поміж глаз. Добре, що він тебе гатив. Так, він мене гатив, бо я нормальна, а не то, що ти. Милий, роздягайся та лягай. Тху, барахло без характеру. Олено, а розкажіть нам, от як оця вся ситуація закрутилася? Та як? Просто Вітечка мені розказував, що він не получав задоволення у тих стосунках. Йому було не цікаво з Танькою, бо що, з першого удару і вона вирубалася? Та і взагалі її майже не було за що бити. Що то за жінка? Не було за що мене бити? Рот закрий! Що ти дивишся на мене? Не було за що мене вбити? Та я втопила твій трактор, а сказала тобі, що то ти по п'яні. Я мужикам сказала, що ти дивився Роксолану, а не футбол. Не було за що мене влупити? Я пустила слухи по селі, що ти на антибіотиках, тому тобі мужики цілий місяць не наливали. Не було за що мене. Ти сюди! Віра, я тобі, йди сюди! Він мене любить! Сюди, куди я сказав! Біжуся! Розлучник! І коли здавалось би, що вже все втрачено, саме наша програма врятувала ці стосунки. Ток-шоу нехай триндять! І всі, хто каже, що ми жорсткі, аморальні і неадекватні, нехай не триндять! Зустрінемося наступного тижня! Ви знаєте, спочатку ми хотіли назвати наш телеканал «Перший Володькін». Але потім згадали, що в Росії вже є «Перший Володькін телеканал». Єдинственне відличие – наші сюжети намного ближе к реальності. Володька тебе поки що на 1+1. Вей, Пітер Нобіль! І Олена Кравець, дякую! Вей, Пітер Нобіль, Лен Кравець, ну що, уважаемые члены жюри? Ну, зрители уже оценили выступление, ребят. 30 секунд раньше времени. Максимум. Максимум 6 баллов. Максимум 6 баллов. Ваши аплодисменты, наши поздравления. Молодцы, ребята. Поздравляем. Добро пожаловать в следующую игру. Спасибо, ребята. Молодцы. По-моему, очень хорошее начало. Слушай, отдельно хочу сказать спасибо тебе. Но... Да. Володька ТБ, то круто. Только вот вопрос, а Володька ТБ, не забагато ТБ? А ТБ-ТБ?
Поговорили. Не, якщо є вопроси. Не, все нормально. Не. Антоха, ты пошел. Да, давай. Оля, что тебе понравилось? Все. Абсолютно все, а особенно в синяках Ленка. Я понял. То есть, чтобы ты стала, надо просто избивать кровец по чуть-чуть. В каждом конкурсе. Хорошо, давайте еще раз поаплодируем VIP Тернополь, они молодцы. Продолжаем. Я хочу еще раз порадоваться вместе с вами, похвастаться нашим телезрителям, и чтобы они не пропустили важную информацию. С этого сезона в весенних играх Лиги Смеха мы выходим каждую неделю, раз в неделю по субботам на канале 1+1. Не пропустите, смотрите нас. Ну и не пропустите, потому что на сцене свой телеканал в абсурдном виде, в общем, представит следующий коллектив. Инородный театр абсурда «Воробушек». Тренер Антон Лирник. Очень-очень таинственный телеканал. Безумная тайна. Все и покрыто тайной. О нем знает только... Я знаю. Нам сказали, что мы должны быть таинственными и прийти в плащах. О, наша концепция, мы должны прийти в плащах, и говорить об этом, что мы в плащах. О плащах, но потом снять. Но это уже после концепции. Ну, естественно. Ну, естественно. А кто еще здесь мог быть? Да, ничего не говори, Конь. Ничего ему не говори. Да. Какие еще у вас тайны, ребят, припасены? Есть что-то. Есть что-то, да? Ну, судя по вашим номерам, у вас все время есть что-то. И у меня тоже. Кого будем благодарить? Список большой, Владимир, но это между нами, окей? Поехали. Театр на ходулях «Люменов Шоу». Руководитель Арсен Люманов, спасибо. Партнер «Парк Киевская Русь». Почувствуйте дух древнего Киева 10-го столетия. Группа «Барабашоу» за вдохновение. Компания «Юатим» «Dead Not Dead». Саша Гизман и ивент-агентство «Шоутайм». Спасибо. Это было выступление или начнем? Это было. Поехали, ребят. Удачи. Темный лес, 23:45, перекресток двух тропинок, теперь фазан должен прокричать 3 раза. Я Кунку-Дунку, повелитель леса, это все принадлежит мне! 2 ветки. Что ты хочешь? Я ничего не хочу. Не ты. Вот, прочти. Кирнил Нотна. Антон Лирник. Что ты хочешь, женщина? Я хочу, чтобы он стал знаменитый и популярный. Серьезно? Да успокойте малыша! Так оно и будет. Спасибо, очень просто. Но! Через 40 лет его ждет возмездие. Он будет работать на худшем телеканале страны. УТ-1? Хуже! УТ-0? Хуже! Он будет работать на телеканале Чечевица ТВ! А-ха-ха-ха-ха! Это уже я смеюсь! А-ха-ха-ха-ха-ха! Чечевица ТВ. Канал с самыми низкорейтинговыми телешоу. Тату на тата. Меняю жинку на камень. Жарим речную рыбу с Вячеславом Пиховщиком. Канал с аудиторией в 1 человек. И то из-за того, что я просто забыл выключить дома телевизор. Но удача или поражение. С телеканалом подписал контракт Антон Лирник. Это, наверное, пицца. Открыто!
Привет, Лиззи! О, господи, Джек! Поцелуемся? Джек! Ты удивлена и испугалась, увидев меня? Да, ты так уверен в себе. А наш сериал называется «Главный герой в конце серии должен умереть». Да? Да? Ну, не такой уж я и уверен, и я пойду, наверное. Нет, нет, поцелуемся! Не так быстро, голубки! Дорогой, ты так быстро вернулся из Аляски? Закончилось золото? Холодно! Покусали медведи? Холодно! Потерял паспорт? Холодно! На Аляске очень холодно! Там снег. Там столько снега, что если бы я там не был сам, я не поверил, что... Бывает столько снега. А вы греетесь прямо у меня под носом! Но, в принципе, никто ведь не святой. Добрый вечер! О, священник! Ну да, священник, пиццу вам принес. Священник-пиццериец! Тянет на главного героя! Да-да! Да я не главный герой! Он главный герой! Вот он медведя голыми руками съел! А ты его покрестил! А ты его мать! Остановитесь! Что ты скажешь на то, что ты умер 7 лет назад? А вас не смущает, что в сериале женщину играет переодетый мужик? А ну быстро скажи, что ты мужчина! Так, прежде чем вы начнете стрелять, я должен... Валите его! Ну что, по пирогу? Уэй! По пирогу! Стоп, всем спасибо, снято! Спасибо, Антон, это было очень плохо, так, отлично! Я прошу прощения, почему я... Во-первых, почему я постоянно играю в своей одежде? Это раз, да? Во-вторых... Почему я играю такие ужасные роли? Антон, мы знали, что этот день придет, поэтому мы приготовили для вас новое реалити-шоу. Найди Яна Табачника! Да, Антон, вы главный герой этого шоу! Мы вам даем кусок сала в пакете и 3 года на поиски! Удачи, Антон! Да как он хотя бы выглядит, Ян Табачник? Ну, представьте, если бы Румыния была человеком! О, господи! Вперед, Антон! О, господи! И не забудьте надеть костюм База Лайтера! А я напоминаю, генеральный спонсор нашего телеканала – Рекапсёл. Рекапсёл, спасибо, что течешь. Социально-политические диалоги с Курагой. Здравствуйте, дамы и господа! Я бы с удовольствием продолжил наши диалоги, но я уже съел курагу. Поэтому наше новое шоу «Я жук!» Встречайте, Василий! А я напоминаю, по правилам нашего шоу Василий должен превратиться в жука за 30 секунд. И если он этого не сделает, мы зарубим его мечами! У-у-у! Ну что ж, начали! Ну что ж, Василий в жука не превратился, поэтому несите мечи! Стойте, вы что? Стойте! Я жук! Я еще тот жучара, ну! Жучьи лапки! Нет, рубите его! Только что нам стало известно, что в зале количественно преобладают холерики-водолеи. Поэтому все сцены насилия мы будем заменять клипами Вадима Казаченко. Приятного просмотра. За окном метель кружится, и на речке лед. Итак, Антон. Это Ян Табачник. Нет, Антон, но костюм отличный. Ах ты маленькая врунья. Антон! Кто тебя научил врач? Антон, подожди! Ты не Ян Табачник! Следующая подсказка, Антон! Кусок вербы, Антон! Ты подождите, не Ян Табачник! Добрый вечер! В эфире любимое телешоу моего деда «Крипатура Тудей». Итак, встречайте! Крипатурщик года Анджело! Ай-яй! Анджело, быстрее! Ай-яй! Трицепс! Остановитесь! Бедро. В студию ворвалась рысь! Ай-яй!
А я зачем пришел? Ну что за жизнь? Есть! Я поймал! Я поймал! Помогайте! Я поймал! Просто одинокая волчица! Да что ж такое? Да в чем дело? Я только что поймал человека, похожего на Яна Табачника! Господи! Что со мной не так? Не расстраивайся, Антон Ливник. Ты не нашел Яна Табачника, но зато нашел себя. Потому что Ян Табачник — это ты. Как я? Точно? Это ж я! Господи, все сходится! Господи! Жизнь мне давала столько подсказок! Я же Ян Табачник! Друзья, мало того, ты тоже Ян Табачник! Я тоже? Мы Ян Табачник! Нет, не только! Вон ты, мужик, с бородой в очках! Тебя никто не знает, ты Ян Табачник! Ты женщина! Тебе бы бороду! Ай, так вынутый Ян Табачник, друзья! Все, у кого в душе баян, все выходим сюда! Мы все Ян Табачник! Найди в себе Яна Табачника! Ты парень, у тебя кривые руки, ты же вылитый баянист! Ты Ян Табачник! Нет, я Олег Скрипка! Ересь! Сжечь его! Сжечь его! Сжечь его! Сжечь! 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 Белая, белая метелица! Но через 40 лет его ждет возмездие! Он будет работать на худшем телеканале страны – Чечевица ТВ! Это я уже сейчас сам смеюсь. А-ха-ха-ха-ха! Тогда не нужно. Что? Не нужно! Еще с ума сойдет. Чего? Эх, кучерявая, кучерявая, была бы ты на 20 лет моложе, я бы тоже был на 20 лет моложе. Жизнь! Инородный театр абсурда! Ваши аплодисменты, Воробушек! Спасибо! И Антон Лирник! Итак, уважаемые члены жюри, а все-таки юмор разный. Да. Давайте его оценим. Итак, время пошло, 30 секунд, пожалуйста. Сергей Сивоха, Игорь Ласточкин. 2 балла. Лена, Юра, Оля вообще понял. Алексей Потапенко, Елена Громец, 4 балла. 4. 5. Оля! 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 5 баллов. Оля! 5 баллов. Я должна принять капельницу, иначе я сойду с ума. Спасибо большое, ребята. Антоха, переодевайся. Я должен принять душ. Да, давай. Это все потому, что в Винницу завезли керамзит. Yeah, вот заживет регион, а? А я-то думал. Что за палец? Покажи еще. О, вот такой палец. Красота. Думаешь? Давай, пацаны. Вообще, спасибо. Я бы хотел спросить Леночку. Леночка, тебе, ты встала, тебе очень понравилось выступление Инородного театра «Абсурда». Я бы хотел спросить, что именно тебе запомнилось, что понравилось? Что тебе запомнилось? Я бы хотел услышать цитату. Ты понимаешь, такая штука, что, ну, это в первую очередь театр. Это первый раз с тобой, да. Я понимаю. Володь, ну ты же сам объявил, что это инородный театр абсурда. Они полностью соответствовали этому названию. Все. Это прекрасно. Спасибо Леночке за комментарий. Игорь, что тебе понравилось?
мне понравилось то, что вот в предыдущих их выступлениях я вообще ничего не понимал. Здесь я хоть что-то понял. Что было начало и был конец. Да. Не, ну... Но ты видишь финал вообще? Прозрачные гонщики и Народный театр воробушек. У меня личный вопрос. К вам, ко всем у меня вопрос. Оле я Оле не задаю. Оленька, все хорошо? Ты здорова? Мне кажется, что я единственная здесь здорова. И не только чисто физиологически. Во-во. Так, ребята, а внимание, сейчас нужно вернуться на землю. Потому что дальше идет момент, когда всем предлагаем отдохнуть, посмеяться. Давайте встречать аплодисментами. Свой телеканал представляют Днепропетровск, модельное агентство 180 и выше. Тренер Алексей Потапенко. Сегодня на нашем канале будет элегантность. От Шанель. Дерзость. От Дольче Габбана. Сексуальность. От Диор. И юмор. Отвали уже, Артур, идем на сцену. Модельное агентство 180 и выше. Увидимся в эфире. Модельное агентство? Да, модельное агентство. Где все агентство? Скоро появится на сцене. Имейте терпение, пожалуйста. Хорошо, но я здесь стою, можно так со мной разговаривать. Кого будете благодарить? Мы будем благодарить киевское модельное агентство «Эго Моделс» в лице директора Евгении Веремеевой и мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Борис Филатов, вы громко сказали. Помогает? Ну, мы очень его любим. Самый лучший мэр. Ну, кроме того, что любите, есть за что? Конечно, есть. А что он вам дает? Ну, можно это останется? Я понял, удачи. Так как мы не команда, а модельное агентство, было бы логично нам сделать Fashion TV. Но такой канал уже существует, поэтому мы решили, что модели могут преобразить и другие телепередачи. Итак, наша первая модная передача «Слово пастыря». Братья и сестры, уверуйте в моду и следуйте заповедям модным. Аллилуйя! Аллилуйя! Не возжелай платье ближней своей, ибо зачем тебе такое же? Аллилуйя! Аллилуйя! Не садись в ковчег с незнакомцами, ибо попадешь к армянам. Аллилуйя! Аллилуйя! И сказал Господь, когда сядет солнце, забудь путь к холодильнику. Ибо грянет кара на бока твои. Аллилуйя! Аллилуйя! И самое главное, ежели змей-искуситель предлагает тебе яблоко, соглашайся, но только на 6С. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, а сейчас помолимся и сделаем мы это самым модным пастырем нашей страны. Мир больше нравится мне в храме, когда сияет меня сотни тысяч ярких свечей. Мир в храме. Алло, мам, я еду в храм. Все время своего существования передача «Что, где, когда» не выходила из моды. Что если бы за столом этой передачи оказались модели? Она бы заиграла совсем другими красками. Итак, модели на «Что, где, когда». Какой тухляк! Диджик вообще не вставляет. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире элитарный клуб «Что, где, когда». И за столом сегодня шестерка знатоков. Ой, это мы. Кстати, госпожа Товстолец, где ваш шестой игрок? Ой, она на маникюре, там просто поменяться нереально. Нереально. Госпожа Товстолец, скажите, пожалуйста, что вы знаете о нашей игре?
Ой, ну у вас там разные знатоки есть. Александр Грусть, Федор Двиняша, Максим Фотошоп. Максим Фотошоп, все знают. Понятно. Итак, вопрос. Внимание, черный ящик. Блин, ну, не чё? Шазамится. Не шазамится, блин. Молодой человек, а можно нам все по бокалу шампанского и меню? Госпожа Толстолес. Да, господин МС, слушаю. Внимание, вопрос. В черном ящике находится то, к чему работники некоторых французских предприятий вплоть до 19 века старались не подходить без железной маски. Время. А что это за звук? Это цензура. Так, давайте думать. Да-да. Девочки, я сейчас приду. Аня, идем со мной. Так, девчонки, нам нужен ответ. Я смотрела, что где когда. Там в любом случае есть ответ. Он либо правильный, либо неправильный. Шансы 50 на 50. Да. Так, давайте быстро накидываем варианты. А, ну ключ. Собака. Носорог. Быстрее. Ключ, собака, носорог. У меня дежавю. Блин, минута такая длинная. Капец. Так кто матерится? Алло, алло, да, котик. Знаешь, что, где, когда? Госпожа Товстолец. Госпожа Товстолец. Все, пока, пока. Отвечайте на вопрос. Господин МС, вы тоже ответьте на вопрос. Где наше шампанское? Госпожа Товстолец, я напоминаю, вы находитесь в элитарном клубе. Чини-клуб. Я повторяю вопрос. В черном ящике находится то, к чему работники некоторых французских предприятий вплоть до 19 века старались не подходить без железной маски. Что в черном ящике? Где шампанское? Шампанское! Шампанское! Тихо! В черном ящике шампанское! Господин МС, а можно, чтобы следующий вопрос был про бокалы? Да, не с горла же надо пить. Если мы говорим о модном телевидении, конечно же, мы не можем обойтись без пресс-конференции с модной звездой. Добрый вечер, уважаемые телезрители! У нас сегодня в гостях человек, который уже 20 лет занимается таким модным, молодежным направлением, как реп. Алексей Андреевич Потапенко. Здравствуйте! Свой творческий путь Алексей начал еще при Кучме, если так, интересно. Так, давайте к вопросам. Так, стоп, прежде чем задавать вопросы, хочу такой маленький нюансик. Говорите громче, просто Алексей плохо слышит. Что? Ну вот, видите. Можно, можно? Да, давайте вы. Здравствуйте, модный молодежный французский журнал «Ля Шко». Сейчас мы пишем статью о здоровом питании. Скажите, Потап, какие продукты в рацион употребляете вы? Ну, чтобы мы сразу вычеркнули из списка. Ой, а можно другой вопрос? Да, давайте следующий вопрос. Вот вы, девушка. Альманах вокруг рэпа. Hey, yo, man! This what's up? Скажи, бро, только true. У тебя такой разрывной став, потому что ты, наверное, набиваешь эскиз, расширяя свой став. Чувак, подожди, я еще не закончила. ЭПЛ! Вот теперь можно. Я вообще ни хрена не понял из того, что ты сказал. Чувак, ты всегда был для меня голосом улиц. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте по очереди. Просто Алексей привык к очередям. Давайте вот вы. Религиозно-молодежный журнал «Яблочный спайс». Бум-бай-бум-диги-бай-бай, хоп-хей-ла-лей, тру-ла-ла, бэм-бэм, секси-бэм. Уберите лишнее, Потап. Хоп-хей-ла-ла-лей — это Агутин же. Нет, это совет. Уберите лишнее с боков. Так стоп, хватит вот этот бред. Что за юмор у вас? Чего вы ржете все время над тем, что я рэпер, над тем, что я тупой и над тем, что я толстый? И старый. Извини, тех. Леш, пойми. Это лига смеха. Здесь зрителю нельзя врать. А, правда захотели, да? Да. А ну разойдись! Все. Реквизит мне!
Диджей, drop the beat. Уже не молод, но красив я душой. Послушай голос, оставайся со мной. Как малолетка, боль свою затая, всегда быть в кепке, судьба моя. Лёш, ты нас прости, мы забираем свои слова обратно. Только скажи, что это было? Это что? Была ария «Мистера Икс» из оперы «Принцесса цирка» в трех актах, написана венгерским композитором Имре Кальманом 26 мая 1926 года. Ну, отец! Вау! Вау! Ты настолько старый! Ну, хватит уже! Самое молодое! Модная и умная модельная агентство 180 и выше. И вечно молодой Потап. Модельное агентство 180 и выше, город Днепропетровск, Алексей Потапенко. Уважаемые члены жюри, напоминаю правила простые, да вы их знаете наизусть. Что там зря время, да, терять? Музыку, время пошло. Пожалуйста, 1 балл. Антон, 2 балла. Сергей Анатольевич Сивоков, 3 балла. Юрий Горбунов, Оля Полякова. 5 баллов. Лена чувствует, видимо, конкуренцию. 5 баллов. Или чего-то не хватило. 5 баллов. Лена, что вам не хватило? 5 баллов. Что-то не хватило? Ну, или тебе понравились ребята последние секунды? 5 баллов. Спасибо. 5 баллов. Вам спасибо, девочки. Удачи. Спасибо. Леша, ты молодец. Все отлично. Все просто супер. Просто супер. Все. Будем готовиться к батлу. Да. Девочки, ну что вы, ну что, что вы не улыбаетесь? Мы улыбаемся. Я знаю, что сделать, чтобы вы улыбнулись. Девчонки, дайте селфи. Ой, о, вот это вы. Ближе, ближе все. Сергей Анатольевич, нравятся вам вообще наши дебютанты? Молодые команды, которые появились в Лиге смеха в этом сезоне? Конечно, нравятся. Я же 2 потерял. Все. Хорошо, скажем так, чужие молодые команды вам нравятся? А здесь было все замечательно. Вообще, Леха, он, и вообще, Лешка смешной парень. Сегодня что-то только случилось с ним такое. Вот. Девчонки были замечательные. А я знаю, почему Ленка не встала. А ну-ка, интересно, расскажи. Она же капитан команды «Что, где, когда» квартала. Да. Ну, не всего квартала. Леша допустил ошибку. Он назвал оперетту Кальмана оперой. Вот и все. Ленусь, ну прости. Ну, прости, пожалуйста. Ну, все остальное понравилось. Нет, ну, на самом деле, очень яркие девчонки. И, ну, понятно, что приводили нас в восторг с самого начала еще да. На фестивале. Ну, не знаю, я просто ждала такого же яркого юмора. Ну, вот почему-то. И немножко не хватило. Да. Понятно. Хорошо. Новости Лиги смеха из студии «Квартал 95». Всех любителей хорошей музыки и отличного юмора мы приглашаем провести с нами 5 незабываемых вечеров в Латвии, а именно в городе Юрмала. Будет концерт студии «Квартал 95», летний фестиваль Лиги смеха и концерт лучших звезд украинской эстрады. С 20 по 24 июля мы вас ждем. Но будет еще масса сюрпризов. Подробности на сайте студии «Квартал 95» и в группе Лиги смеха ВКонтакте. Мы продолжаем. На сцене любимый город Харьков. Тренер Юрий Горбунов. Наш телеканал – это смесь телеканала «Рада», музыкального канала и спортивного. Если проще говоря, это драки, веселье, движухи, мордобой. Да, 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 а еще это музыка и спорт. Вот так вот, да. Как-то так. Кого будем благодарить? Я правильно пришел по адресу? Да, именно так. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить губернатора Харьковской области Игоря Райнина. Конечно же, хотелось бы поблагодарить замечательного человека, талантливого музыканта Женю Белозерова. Конечно же, хотелось бы поблагодарить Александра Фельдмана и Фельдман Экопарк. И дядю Васю, он сегодня в зале. Привет. Дядя Вася. Оп. То есть продолжаем благодарить Фельдмана? Да, спасибо и вам, Владимир, большое. Ну, о чем вы говорите? Ну а как вообще Фельдман? Нормально? Ну, в общем, мужик нормальный? Ни разу его не видели.
спасибо вам за то, что вы не появляетесь. Удачи, ребят. Спасибо. Грубость на нашем канале будет пошлость. На нашем канале будет радость. На нашем канале. Но нас закрывают! Слышали? Десять секунд, как мы в эфире, а нас уже закрывают. Поздравляю! Это грустная новость! Короче, ребята, у нас есть 7 минут, чтобы мы спасли канал, поэтому давайте что-то думать. Но мы можем показать битву экстрасенсов. Этот мужчина изменял своей жене. Этот мужик переписал свою трехкомнатную квартиру на попугая, а тот улетел, дурачок. Эта женщина не выпускает своего сына на работу, хотя ему 42 года. Откуда ты все это знаешь? Я просто своих родственников рассадил по залу, чтобы они вообще не понимали. Ну прекратите, ребята, ну что за ерунда? У нас закрывают канал! Хорошо, я попробую вам помочь. Итак, для начала нам нужен хороший старт. Потом, когда мы привлечем зрительское внимание, мы сможем делать нормальное взрослое шоу! Да прекратите! Ребята, ну что это за бред? Ты еще нашей рекламы не видел. Итак, друзья, представьте, Потап снялся в рекламе парикмахерской. Привет, девчонки, сделайте мне все как обычно. Тут теперь парикмахерская. Тогда до свидания, девчонки, рад был видеть. Парикмахерская Снежана, теперь официально парикмахерская. Вот, вот именно из-за такой рекламы нас и закрывают. Ребята, посмотрите, осталось 5 минут. Нужно что-то душещипательное. Есть отличная передачка. Показывай. Друзья, в любой передаче самое главное подобрать хороших актеров. Итак, представьте, семейные мелодрамы с самыми ужасными актерами. Привет, Елена, жена моя Лена. Как же я рад видеть тебя, Елена. А я не рада видеть тебя, Анатолий, потому что ты подлец, гадость и дуралей. Все, я тебя бросаю, потому что ты мне изменяешь. Анатолий изменял Елене, но не признается. Боже мой, я что, дурак? Конечно, нет, да. Елена злится. Ну ты гадость, я знаю, ты мне изменил, а я в положении беременна. Вчера ребенок родился, завтра в школу поздравляю. Я знаю, ты мне изменил, у меня есть видеодоказательство. Видеодоказательство. Как же я рад, что изменяю своей жене. Я не был так счастлив со времен Кучмы. Мы делим с тобой имущество. Ёшки-матрешки. Матрешки не трогай, они у меня от мамы. Я видел, как ты занимаешься сексом с Игорем. Анатолий начал что-то подозревать. Ты что, мне изменяешь? Нет. Анатолий не поверил и затаил обиду. Ну, Лена, Лена, ну, Лена, Лена. Анатолий начал злиться. Ну, Лена, Елена, ну, Лена, Елена. Анатолий, не закатывай панику. Я уже завелся. Ну, ненавижу я тебя. Скандал так скандал. Только не бросай меня в обморок. А ты сам напросился. О боже, что я наделала? Врачи! Врачи! Я врач, я врач. Неожиданно появляется врач. Что случилось? Это родовое? Он жив? Он жив. Пусть живет, а я уезжаю. Елена скрылась в неизвестном направлении. Всем пока, я в Конотоп. Объясните мне, почему я, нормальный профессиональный артист, должен играть этот бред? Юрий впадает в истерику. Конец. Ребята, у нас осталось 2 минуты, поэтому нам нужно что-то 100%. Итак, вот она, папина кассета. Видела эту кассету. Это не та папина кассета. Поставь.
Дорогие друзья, согласитесь, самое приятное, что мы можем увидеть на экранах своего телевизора, это далеко не какая-то передача, а то, что когда-то папа снял на видеокамеру. Итак, детский утренник. Ля! Мой! Сына! В костюме зайчика! Ну? И вот так! Молодец! И поскакал, и поскакал, и как на кухне репетировали! Молодец, весь папа, сынок! Сергей Николаевич! Сергей Николаевич! Я извиняюсь, а почему это вы своего ребенка называете по имени-отчеству? Муж все имущество на него оформил, так надо! Сергей Николаевич! Ой. Сына, сынок, смотри за папкой и повторяй! Подходишь к девочке и... Вот так, а теперь ты... Молодец. Весь в папку. Мальчиков-то зачем? Ёлки-палки. Игорь. Мариночка, Мариночка, помаши ручкой папе. Это еще доказать надо. Какая красивая девочка в костюме снежинки. Это не костюм снежинки, а костюм дезоксирибонуклеиновой кислоты. А вон ее сестричка в костюме теоремы Ферма. Это еще доказать надо. Сына! Сына! А ну-ка посмотри в камеру! Чтоб было что посмотреть! Чтоб было что вспомнить! Женщина, вы мне мешаете! Это вы мне мешаете! Женщина, у меня там дети стоят! Слушай, Саша, ты что раскудахкалась? Ты кого овцой назвала? Тебя назвал! Нормально! Ай-ай! Все, тихо! Ой, Тамара Павловна, ну куда вы в драку полезли? Вы же интеллигентный человек, учитель! Останьте вы! А вы? Экономист! Ой. Первый раз вижу, что в Украине учитель получил больше, чем экономист! Сына, ну я же тебе говорил, что будет что посмотреть! Будет что вспомнить! А? Ну что? Что? По-другому все стало? Профессиональный, а заслуженный артист. Это еще доказать надо. Да. Слушай, ты... О боже, все! Все пропало! Нам закрыли канал, о боже, господи! Объясни мне, почему я, взрослый, состоятельный человек, сижу сейчас на руках у какого-то мужика? А вы, между прочим, профукали канал! Алло. Да. Правда? Серьезно? Спасибо. Ребята, по-моему, ваш идиотизм пришелся по вкусу зрителям. У нас растут рейтинги, нам дают финансирование. Поэтому, друзья, готовьтесь. Скоро мы и киностудию откроем. Любимый город и Юрий Горбунов! Любимый город Харьков. И уже Юрий Горбунов с полюбившейся своей фишечкой. Да, ну а «Голос дети» будешь вести, будешь так делать? Уважаемые члены жюри, если вы готовы, время пошло, пожалуйста. Игорь Ласточкин, Сергей Анатольевич Сивохра. Два балла. Три балла Алексей Потапенко. Оля Полякова, 4 балла. 5 баллов. 5 баллов Антон Лирник. 5 баллов. Леночка, не встается ей сегодня. Не тот день, не вставательный. 5 баллов. Спасибо вам большое, уважаемый член жюри. Оля, да, пожалуйста, идите, Оля. Оля, и вы, ребята, идите. Вы молодцы. И Оля молодец. Оля, вообще, вы изменились, вы знаете. Вы все время встаете. Я на диете. Да? Да я не об этом, ну хорошо. Ребят, на самом деле все круто. Я должен вас похвалить. Мне очень понравилось. Я считаю, если вот сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. Хвалите себя, давай. Мы умнички, мы молодцы. Мы сделали максимум, выжили себя. Да, Юра вообще бомбезный чувак. Сделал все как надо. Очень мало репетировал. Очень много репетировал. Очень тщательно. Он репетировал. Он репетировал. Леночка,
Ну как вообще? Как оно там сидится тебе все время в гнезде в этом мягком? Мне бы хотелось вставать, правда. Да? Я так понимаю, Сергей Анатольевич сегодня встает на всех командах. Причем тут Сергей Анатольевич? Так. Ну, Сергей Анатольевич. Ну, я не знаю. Ну, ребята, ну от любимого города реально никогда не знаешь, чего ожидать. Всегда смотришь с интересом. Это правда. А судя по оценкам, от вас не знаешь, чего ожидать, Еленочка. Ну, да, такая уж нам выпала доля. Но понятно. Мне показалось, можно было заслуженного артиста использовать на полную. Ну, как мне кажется. Он вытянул финал, на самом деле. Ну, было смешно. Как вот мог. Мне в начале и в конце было очень смешно. Тем не менее, хорошие оценки. Спасибо большое. Продолжаем. Поехали! На сцене еще одно свое телевидение. Коллежанки со своей мамой, с Олей Поляковой. Смотрим. Дуже оригінально. Львівській команді показувати телеканал про Львів. Я вже третій раз повторюю. Давайте зробимо кулінарне шоу. А ти би тільки жерла. Давайте знімемо програму про гендерну нерівність. Рот закрий! Взагалі, як можна показувати телеканал, якщо ніхто телек не дивиться? Ти дивишся? Ні. Ти дивишся? Ні. Ти? Ніхто не дивиться? Я дивлюсь. Рот закрий! Ладно. Про Львів так про Львів. Ну, чесно, завістись. Завелись? Что? Она, Оля из-за камеры кричит, не расплескивайте. Говорите тихіше, вона зараз почує, по-любому прийде. Да? Так и начнется. Кого будем благодарить, девочки? Ми дуже дякуємо нашому спонсору, туристичному оператору Accord Tour та нашим друзям продакшену and action. Дякую. Спасибо большое, ребята, удачи! Поддержите коллежанок! Ну-ка! Доброго вечора, дорогі львів'яни та прості смертні. Ви дивитесь «Галичина ТБ». Як ви вже зрозуміли, наш канал дуже колоритний і гоноровий. Жестока! Очень жестока! Было позвонить мне и сказать, что фуру с моими кокошниками на границе заблокировали. Что? Хотели делать телевидение без меня? Назвались «Галичина ТБ» и думаете, без меня справитесь? Фигушки! Так, девчонки, поехали! Шлёп, 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 шлёп. Тантра упекала тебя без оглядки. Шлёпали шлёпки мои пятки. Оля, какие шлёпки? Это «Галичина ТБ». Да успокойся ты! Сейчас мою песню на ваш диалект переведем. Вставим там вот это вот. Шпондер, бамбетля, гарагуля. Кстати, такие слова дебильные. Взагалі-то это наши имена. Так, девчонки, чтоб сейчас же объявили номер с моим участием. Шпондер, объявляй. Навіть у культурній столиці є кримінальні райони. І перший сюжет «Галичина ТБ» саме звідти. Ти що, дрищ? Хотів в мене львівської баби сумку вкрасти? Значить так, цепочку зняв, кошелек дістав, телефон гони, а тепер молись. Чого? Ми біля церкви стоїмо. Цілуй біцуху. Ні. Цілуй біцуху! Страшно! 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 Йдем, я тебе додому проведу, а то що на якихось гопників нарвешся. Ну мені туди! До мене додому! Мама! Это вообще что только что было? Это что было? Вы что, ночевали в подвале, ваши мозги мыши съели? Где Полякова в этом номере была? Тут? Может быть, тут Полякова? А может быть, Полякова прозрачный гонщик? Значит так, если вы не вставите в мое телевидение, я возьму дома самое ценное, золотой батон, принесу его сюда, кину перед жюри, и вас вообще никто не увидит, поняли? Швондер, объявляй! В ефірі перше галицьке реаліті-шоу. Чоловік нашої героїні поступово перетворюється на бабу, і у нього третій день підряд болить голова.
Зараз ми зазирнемо у їхню спальню. Малеш. Христя, не чіпай мене. Так і знала, що ти на мене дуєшся через ту фігню. То не фігня. Ти вже другий раз зі мною не поїхала до мого баті. Що з тобою робиться? В мене ПЗС. Постзарплатний синдром. І взагалі, я знаю, що ти мені зраджуєш. Що? Я вчора в сумці в тебе знайшов гаєчний ключ. Ну, то я ж тобі купила. Ти про нього цілий тиждень говорив. Чи ти думаєш, що я тебе не слухаю? Ну, добре. Але давай виключимо світло. На що? Ну, я не хочу, щоб ти бачила, який я жирний. Ну, то я... А зараз ми хотіли вам... І як мені підказує здоровенний уродливий золотий батон, у наступному номері головну роль зіграє геніальна артистка, супербілявка Оля Полякова. Галицька версія шоу «Міняю жінку». Да, конечно, не квартира начальникам РЕО. Але тиждень можна і перекінтуватися. Так, ви хто такі і що робите в моєму домі? То шоу «Міняю жінку». Я буду жити тут, а ти збирай манатки і вали до мене. Що за бред? Я не буду з вами мінятися. Що ти як мужик з нижньої полки? Ого, який холодильник! Як Ашан! Так, женщина, не прийти сюди своїми толстими кривими ногами. Олька, не бикуй, добре? Женщина, не хамите. І вообще, зачем мені це шоу? При чому тут ти? Я хочу, щоб до мене ставилися як до телезірки. Вон ти побігала в майці по полі, в тебе всі беруть автографи. Я побігала в майці по полі, в мене взяли 2000 штрафу, бо я витоптала гектар пшениці. Чуєш? А скільки ти заробляєш? Щас, почала тут виказувати комерчні тайни. Та не парся, я нікому не скажу. Субсидію не заберуть. Коротше, тебе з маршрутки зустріне мій чоловік Валерка. Ти будеш з ним жити. Та я не хочу жити з вашим мужем. І я не хочу, але хто мене питає? До речі, твій чоловік храпить? А зачем это вам? Вы с ним спать не будете. То есть ты с моим будешь, а я с твоим не. Слушайте, ну хорошо. Ваш муж хотя бы кофе в постель приносит? Конечно. Показать опеки? Не надо. Короче, вот ключи от моих «Жигулів». Вон там дорога на Львів. Давай, вали. Прям щас, что ли? А коли? В мене ввечері зустріч з випускниками. Ти, Христина Гапонюк. Все, пошльопала. Пс, Валера, що, як тобі? Бідненько, бідненько. Ні одного ковра на стінах. Валера, я про Полякову. Бідненько, бідненько. Ні одного золотого зуба. Така жінка без як. У мене чоловік Стас. Знаєте, ми хотіли би сказати від щирого серця кілька слів про нашого тренера. Шпандер і я сама. Значить так. Я, Оля Полякова, богиня міра естради, со мною кожна команда. Пацани, заносьте батон! Давай! Так, все, я все поняла. Це були колежанки. І Оля Полякова! Колежанки Оля Полякова, ваші аплодисменти. Молодці дівчатки і мальчик. Так, хорошо. Уважаемые члены жюри, 30 секунд, пожалуйста. Пора определяться. Не сговаривайтесь, мужчины. Вы же не на лавочке. Ребята, время пошло, пожалуйста. Игорь Ласточкин, Сергей Анатольевич Сивоха.
Два балла, пока два балла. Два балла маловато, честно говоря, так между нами девочками говоря. Леша Потапенко, три балла. Три балла. Время идет, никаких подсказок. Время идет, три балла. Последние секунды, три балла. Елена Гравец, четыре. Он встал. Ты же полувстал. Потап не сидит, Потап стоит. Или он очень высоко сидит. 4 балла, ну ты же полувстал. 4,5 считаем? 4. Ваши аплодисменты. 4 балла. Ну что за бред? 4 балла, Оля. Юра, я на твоих тоже вставать не хотела. Вообще смешными не были, но мы договорились. Началось. А это честная игра. Вот это хорошо. Леш, ты уже сделал все, что мог. Садись уже, ты же. Нет, ребята, подождите. Он говорит, что я думал, что он встал, поэтому не встал. Так нельзя. Почему? Потому что они договорились, что будет 5. И один не сел. Почему ничто. Они так договорились? Потому что вот только что мне Юра это сказал. Они смотрят друг на друга, они любят друг друга, может быть. Чего это? Ну что, я спросила, почему ты не встал? Он сказал, что я думал, что он встал. Оля, что ты устраиваешь нам тут истерику? Потому что это вот только что произошло. Оля! Нет! Уходи. Как я сказала. Дорогие друзья, с нами была Оля Полякова. Ваши бурные аплодисменты. Олечка. Девочки, ребята, спасибо вам большое. Это даже без батла. Понимаете? Спасибо вам большое. Оля, спасибо. Аплодисменты. Значит, я за вас скажу, вам сложно. Да, значит, ты Антон Лирник. Ты, значит, вопно и ржаш, моровыдло. Какие еще слова вы плохие знаете? Давай. Шпондер, бомбета, горгуля, горгуля, вот. Вот это же непонятно, похвалили они его или наругали, ничего не понятно. Так, ребята, ну, у нас сейчас будет финальный конкурс. Что, Аляночка, финальное полотно? Да, пожалуйста. Я думаю, что Оля сейчас заколет нас кокошником. Да, правда. Некрасивая ситуация. Чукокошником. Мы можем ей дать что-нибудь другое. Поострее. А чего некрасивая ситуация? Что? Юр, тебе понравилось выступление коллежанок? Ну, таки. Ты сейчас отвечаешь так себе. Як галичанин я отвечаю. Ну, ты же уже тут живешь. Такое. Что такое? Не понравилось? Мне не все понравилось, и однозначно это не шестерка. Мы смотрели друг на друга, кто встанет, не встанет, но теперь тут опасно сидеть рядом. Можно меня пересадить туда между Потапом и Ласточками? Ну, смотри, Ласточкин убежал. Но там есть свободное место. Есть свободное место. Юр, пойди, пока не придет Оля. Спасибо. Я бы сейчас она... Спасибо! Иди сюда. Сядь на седло. Давайте обсудим, пока есть время, пару минут, пока Оля не наденет костюм палача. Давайте, пока не проткнула она кошником. Алексей, пожалуйста, Леш. Да, ребятушки, мы же ориентируемся на выступление, например, 6 баллов, это VIP Тернополь. Когда мы вспомним это выступление, мощное, сильное, безоговорочно, 6-бальное, то мы его принимаем практически за эквивалент. Не нужно оправдываться. Я не оправдываюсь, я объясняю систему содействия, то, что Оля не поймет, когда вернется. Вот. Юр. Она будет говорить, неправда, нет, Юр. Не надо, нельзя. Ну, правда, Потап правильно все говорит. Абсолютно верно. Есть эталон, есть планка, которая поднята, и этой планке надо соответствовать. Это поэтому вы после прошлой игры в гримерку не вернулись в нашу общую? Нет, Сергей Анатольевич, мы не вернулись... Я и сегодня вас подожду, вы не переживайте. Сережа, а мы... Паша, теперь их двое! Сивоха и Полякова, да. Все. Какой дуэт! Лучше, чем Потап и Настя, вы что? Сивоха и Полякова. Да любой дуэт и лучше, чем Потап и Настя. И ты тут боишься одного, перестань. Понимаешь, Карлсона злого. Сейчас придет это разбитое зеркало украинской эстрады. Олечка, мы тебя ждали. Оля Полякова. Зайка, да. Возвращайся к нам. Пойдем. Полякова, несправедливо. Полякова, президенты. Оля, мы за тебя. Оля Маркиева. Олечка. Возьми микрофон. Вот смотри, Олечка, это игра. Есть понятие договора. Я с ним договорилась. Зачем? Потому что так в стране делают все. Подожди. Правда? Оля. Порошенко и Яценюк тоже договаривались. Нормально, все нормально. Чего ты? Это же игра. Это игра. Такое впечатление, что не договорилась только Береза и Полякова, понимаешь? Ну что за фигня? Может, ты с Березой договорилась? Борислав стал героем. Ты видишь, как бы? А ты тратил деньги на плакаты. На тебе! Бесплатный эфир.
Бесплатно. Да. Зачем тебе план Б? Есть план П. Все нормально. Вот он, план П. Извини. Ничего личного. Мы можем продолжать? Ребята, завершающее полотно. Ваши аплодисменты. На сцене Лена, Оля. Сейчас нужно нам смотреть. Нам надо, чтобы вы были веселые. Настоящие. Ну, не такие настоящие, как сейчас, а веселые. Мы снимаем телевидение, это работа. Давайте просто каждый будет делать свою работу. А! Дорогие друзья! На сцене Лукас Кременчук. Тренер Игорь Ласточкин. Наша команда создала свой молодежный телеканал, потому что нам кажется, что последнее время молодежь все больше сидит в интернете и залипает в каких-то там гаджетах. А нужно общаться, ну правильно, пацаны? Да. Ну вот, Лукас ТВ, смотрим. Вот сейчас с удовольствием все вместе будем на вас смотреть. Для начала поблагодарите, ребят. Дорогие друзья, мы, как обычно, благодарим нашего друга, спонсора, партнера, торговую марку «Лукас». И привет всему Кременчугу. Кременчук, мы сейчас будем рвать! Вся Украина, не только Кременчук, за вас болеет. Вперед, удачи, ребят! Вперед! Так, ну, и че это такое, ну? Это свэк! Это движ! Это кач! Будь здоров! Я так понимаю, короли свэга и гламура из Кременчуга. Ну, good luck. Игорь, ты не понял. Мы с пацанами решили замутить молодежный канал Лукас ТВ. Как тебе? Ну, я думаю, с этой мыслью надо переспать. С какой? Ну вот с этой. Или с этой. Или вообще собрать все мысли в кучу. И тогда что-нибудь можно будет подумать, да? Точно! И может что-нибудь прикольненькое родится. Не-не-не-не-не, ничего не родится. Ничего не родится, мы аккуратненько. Пойдем. Игорь! Пойдем. Что, Игорь, показывать у вас канал, я занят. Эй! Дорогие друзья, а наша команда определила три главные составляющие успешного молодежного телеканала. Это шоу, экстрим и музыка. Начнем по порядку. Недавно прошел национальный отбор на конкурс Евровидения. Но мало кто знает, что до него был региональный отбор на конкурс Евровидения. Можно начинать? Да. Ну, я начну. Юрий. А? Начинайте. Хорошо. Вам нормально? Слышно? Что? Давайте я ближе подойду. Или возьмите, я ее уже слышал. Нажмите. Юрий, ну телефон заблокировался. Вот, нажимайте. Юрий, ну это не ваша песня. У вас есть свои мелодии? Ну, сейчас поищу. Алло. Я на Евровидении. Юрий. Сейчас, секундочку. Я не тебе. Давай потом расскажешь. Но если быстро. Юра. Я перезвоню.
Честно, своих нет. Ну, в таком случае мы вынуждены вам сказать нет. Ну, в принципе, логично. До свидания. До свидания. Скажите, а если слова свои, а музыка чужая? Юрий, до свидания. Вторая составляющая – это экстрим. Ведь вся молодежь готова на безумные поступки. Итак, представьте, парень решил сделать предложение своей девушке во время прыжка с парашютом. Подожди, говорю! Игорь, ваша девушка уже давно выпрыгнула. Чего вы ждете? Я жду, пока у нее парашют раскроется. В противном случае мне вообще нет никакого смысла рисковать. Я не понимаю, чего вы так волнуетесь? Я когда деньги на карточку кладу через этот терминал, когда мне очень долго чек выходит, вот тогда я волнуюсь. А сейчас я чисто конкретно, взвешенно очкую, понятно? Игорь, вообще-то это не самая большая высота. Здесь, ну, всего-то 8 тысяч метров. Всего-то 8 тысяч? Да мне на дачу ближе ехать, чем отсюда лететь. С ума сошел вообще. Игорь, а вы не боитесь, что пока вы тут стоите, ваша девушка без вас куда-то залетела? Если она куда-то залетела, я бы вот так вот не заморачивался бы с предложением. Пошли бы, расписались бы, взяли ипотеку и на работу пошли. Извините. О! Так пусть собачья свадьба вперед меня пойдет. Мужик, ты чего боишься, а? Я год назад также делал предложение. И с тех пор мы все время вместе. Дома вместе. На дачу ездим вместе. На рыбалке тоже вместе! Ты что его отговариваешь вообще? Подожди, Так, все, давай, прыгай! Да я сам! Господи! Ай-яй-яй-яй-яй! Да ты прыгнешь когда-то или нет? Друзья, ну и третья составляющая – это музыка. Согласитесь, чем смазливее внешность парней в мальчиковой группе, тем меньше имеет значение то, о чем они поют. Воу-воу-воу-воу! Всем привет! Ну что ж, сегодня в студии Лукас ТВ, популярнейшая мальчиковая группа Beer Mix. Встречайте! Привет-привет! Ребят, скажите, у вас есть мечта? Да, мы хотим, чтобы наши лица были на всех школьных дневниках. И пеналах. И пеналах. Ребят, всех интересует. Скажите, пожалуйста, кто пишет тексты ваших песен? Тот, которого последнего бросила девушка. И кто же это? Вы знаете, мне сложно об этом говорить. Это я. Это он. Группа Beer Mix. Встречайте! Сегодня мы будем петь для тех, кому еще 14, но в душе уже 15. И те, кто сегодня пришел со своими 18-летними сестренками. Девочки, отправляйте этих старух домой. Сегодня мы будем петь о любви. На смысл песни наплевать. Мы очаровашки. Мы няшки. И все девчонки нас хотят. И даже несколько ребят. В облипку носим мы штаны, хоть натирают нам они очень сильно. Мы симпатяшки, мы просто зайки. Мы в Инстаграме набираем лайки. Когда нас видят, кричат: «О боже!» От нас у школьниц будет дрожь по коже. Красивые, красивые, он тоже.
Вермикт, спасибо! Дорогие друзья, ну и в конце. Вы знаете, самое главное преимущество нашего телеканала – это полное отсутствие рекламы. Все потому, что кондитерская компания «Лукас», производитель самых вкусных сладостей в Украине, в дополнительной рекламе не нуждается. «Лукас. Так смакуя якись». Лукас Кременчук и новое лицо кондитерских изделий Игорь Ласточкин. Ваши аплодисменты, ребята. Финальное полотно, давайте его оценим. Уважаемые члены жюри, сначала оценки, ну а затем уже финальные. Подводим итоги. Пожалуйста, время пошло, 30 секунд. Что мы сидим? Все, ребята. 30 секунд, Елена Кравец. Антон Линник, Сергей Сивоха, Юрий Горбунов. 4 балла. Алексей Потапенко, 5 баллов. Оля, 5 баллов. Ну не 6. Ну 5. Ну 5. Ребята, поздравляю. Спасибо. Очень хорошие оценки. Молодцы, ребят, не покидайте сцену. Пожалуйста, ребята, оставайтесь на сцене. Игорь, ты свободен. Да, ты свое дело сделал. Мавр может отдохнуть. Под бурные аплодисменты приглашаю на сцену все команды. Уважаемые друзья, прежде чем мы завершим эту программу, подведем итоги. VIP Тернополь 6 баллов. Воробушек 5 баллов. 180 и выше 5 баллов. Любимый город 5 баллов. Коллежанки 4 балла. Лукас 5 баллов. Сергей Анатольевич Сивоха. Пару слов. Буквально пару слов. Вам понравилось, люди? Мне тоже. Два слова. Все. Спасибо большое. Леш. Ребят, спасибо большое. Киев, ура! У нас есть Лига смеха. Ура! Спасибо. Ура! Спасибо огромное всем. Олька, тебе огромные отдельные аплодисменты за работу. Мы хотим видеть еще тебя в других ипостасях. Я думаю, ты большая, шикарная, драматическая актриса. Все впереди. Ребята, спасибо большое. Поклон. Спасибо, Леш. Игорь. Еще раз всем добрый вечер. Я хочу отметить, что при подготовке к этой игре и вообще предыдущим играм затрачивается очень большое количество энергии вот этих молодых людей. Но так как мы уже тоже не молодые вот тренера, я честно хочу сказать, у меня сейчас кружилась голова на сцене. Я надеюсь, что это успех. От успеха, да. Спасибо, спасибо всем. Большое. Антон Лирник. Друзья, давайте не забывать о том, без кого этот праздник бы не состоялся. Зрители, спасибо вам большое, что вы выдержали это все. Спасибо большое. Спасибо огромное. Елена Кравец. Да, еще раз добрый вечер. Я, честно вам признаюсь, это невероятно тяжело. Вот правда, мы, являясь конкурентами между собой, должны оставаться беспристрастными и объективными. Я думаю, что, наверное, самый главный член жюри – это действительно зрители. И спасибо вам большое, потому что вы иногда делаете правильные выборы. И я хочу сказать девчонкам, правда, я в вас верила вот до последнего. Сегодня все молодцы, но я надеюсь, что мы с вами не прощаемся навсегда. Пожалуйста, пообещайте это. Конечно, они приедут к тебе жить обязательно. Я не против. Юрий Горбунов. Добрий вечір ще раз всім. Ясне діло, що глядачі не мали просто кому аплодувати, якби не ці герої, які стоять на останніх силах. По-моєму, такого важкого сезону, як початок другого сезону, вже його точніше середина, по-моєму, ще не було. Браво всім вам. Конечно же, мы должны всегда
заканчивать программу на положительной ноте. Я буду очень положительной. Ой, Оля Полякова! Спасибо за игру. Девочки, меня разочаровали мужчины. Вы меня не разочаровали. Вы прекрасные, вы смешные. У вас все впереди. Я очень хочу, чтобы вы занимались, продолжали заниматься юмором. Это абсолютно точно ваше. И я с большим желанием хотела бы опять вас видеть в Лиге смеха в следующем сезоне. Давайте поаплодируем. Молодец. Этим девчонкам. Спасибо за игру. Спасибо большое, дорогие друзья, и огромное спасибо всем нашим зрителям, телезрителям. Что бы там ни было, ну, баттл не может застояться, потому что у нас всего одна команда набрала минимальное количество баллов. Я имею в виду, по сравнению с другими командами, 4 балла получили наши очаровательные львивянки. Спасибо команде «Коллежанки». Они покидают Лигу смеха. Спасибо, дорогие друзья. Удачи! І кожен з нас тому сюди прийшов. Ми разні, но нас сьогодні смерть соединит. З мечтою общей сильной, как любов. І все буде добре для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. Спасибо большое, дорогие друзья, уважаемые телезрители. Это была 4-я игра нашего 2-го чемпионата Украины по юмору. Увидимся через неделю. Пока-пока. Спасибо. Для этого судьба на этой сцене нас свела. Мы пьем, чекает нас успех. И все будет добре для каждого из нас. И все будет добре. Настанет наш час.